Источником вдохновения при создании сериала послужили исторические события. Хюррем, Махидевран, проходите. Валиде, принцесса Изабелла, милости просим. Изабелла теперь будет жить в гареме. Я буду рада, если вы познакомите ее с нашими обычаями. Повелитель. Паша! Принцессу в гарем доставили? Как вы и велели, принцесса уже в гареме, повелитель. Сейчас она с Валиде Султан беседует. Валиде обо всем известно, так ведь? Да, мой повелитель. Валиде сама соизволила нашу гостью встретить. Хорошо. С вашего позволения. Госпожа. Я хочу видеть государя. Госпожа, повелитель с Ибрагимом Пашой важные дела обсуждают. Лучше бы вам попозже к нему зайти. Госпожа. Отойди. Госпожа, я... Госпожа! Олах. В гареме уже давно царят мир и покой. С приездом принцессы все, несомненно, пойдет по-другому. Мы знаем, как сильно ваша женщина вас любит. Я опасаюсь, что ссор между ними будет попросту не избежать, повелитель. Повелитель, пришла Хюррем Султан. Проси. Повелитель. Хочу наедине поговорить, если вы позволите. Халид Эргенч, Небахат Чехре, Мирьем Узерли, Окан Елабык, Нур Фетахаглу, Сельма Эргеч, Бурак Озчивит, Селим Байрактар, Энгин Гюнайдын, Фелис Ахмед, Сема Кичик Карабель, Нихан Бююкагач, Селено Стюрк и другие. Художник Нилюфер Геритлиоглу. Композиторы Фахир Атакоглу, Санер Акалын, Айтекин Аташ.
Автор сценария – Мирал Окай. Продюсер – Тимур Сабджи. Режиссеры – Дурул Тайлан и Керем Чакыроглу. Великолепный век. С вашего позволения. Ну, говори, что тебя привело. Принцесса моя пленница. Ты зря беспокоишься, мучаешь себя понапрасну. Придет время, я ее отошлю. Не торопись, дай срок, вот увидишь. Помнишь, как ты мне это сказал? А теперь я ее вижу здесь, в гареме. Ты говорил, это просто политика. Так ты дела государства вершишь. Я не намерен с тобой это обсуждать. Иди к себе. Ты ей колье подарил. Ты на семейную трапезу ее пригласил. Она уже и в гарем проникла. Валиде ручки целует, кланяется. Сулейман, зачем ты ее привез? Как ты мог во дворце ее поселить? Ведь здесь живут наши дети. Я счел это уместным. И отныне она в моем гареме. И тебе, как и всем остальным, придется с этим смириться. Милости просим, принцесса. Я буду жить здесь? Мы не ждали вас так скоро. Подождите чуть-чуть, мы все здесь обустроим. Ни к чему. Я буду с султаном Сулейманом жить. В чем дело? Расскажи ей все. С султаном Сулейман Ханом жить вы не можете. У нас во дворцах совсем другие правила. Никак нельзя. Сулейман, ты так и не понял меня. Я ведь не как все. Я скорее умру, чем смирюсь. Иди к себе, Хюрем. Не смей делать глупостей. Сохраняй достоинство. И никаких сцен. А охотничий домик? А вдруг она и гарем подошёт? Ты можешь ей доверять. И на Верке. Она наш враг, католичка. Католичка? Тебе ли говорить? Может, ты забыла, что сама была христианкой, когда попала во дворец? А теперь ты стала правоверной мусульманкой и 4 детей мне родила. Так вот этими детьми клянусь тебе, что я этот день не забуду, Сулейман. Повелитель.
принцесса, чтобы глаз не сводил. Лично мне за нее отвечаешь. Нигер Калфе передай, чтобы она начеку была. Чтобы без происшествий Сюмбюляга. Вы должны беречь ее, как зеницу ока. Берегись, Хюрем-Султан. Если с принцессой что-то произойдет, с вас двоих спрошу. Ни о чем не волнуйтесь, Паша. Нигер Калфе я не стал бы верить. Вы же слышали, что Хюрем-Султан... Госпожа. Гарем хочу осмотреть. Я ведь теперь жить буду здесь. Не надо громких слов. Не приживешься ты тут. Да что ты можешь? Не боюсь я тебя. Кое-что могу. Уж поверь. О том, что родилась, пожалеешь. Ищу вас всюду. Принцессы нет. Мне сказали, она во дворце. Нилюфер, я все знаю. Позови Нигер ко мне. Она жить здесь собралась. Сулейман, почему ты так со мной поступаешь? За что? Принцесса. Что вас привело сюда? Султана Сулеймана хочу разыскать. Как мне пройти к нему? Может, покажешь, а? Нигер Калфа вам не объяснила, что ли? Вы не можете видеть повелителя, когда вам вздумается. Вы должны ждать, когда он вас сам позвать соизволит. Почему я не живу в его покоях? Что же, это запрещено? Принцесса, давайте-ка я назад вас провожу. Та женщина, почему она здесь? Сразу фавориткой султана сделалась. А Хюрем-Султан что скажет? Она и ее прогонит. Ну вы и болтушки, иншалла. Ну-ка, все за работу. Нигер Калфа. А, ты еще. Ну что? Госпожа вас зовет. Приду, когда закончу. Прямо сейчас зовет. Хватит уже, шахзаде, сегодня прохладно, еще простудитесь. А мне хочется еще погулять. Приходи завтра в мои покои, вместе поучим итальянский. Завтра увидитесь, шахзаде. Принцесса Изабелла? Бисмилля. Мне это снится. Бенвенуто. Кто это? Шахзаде Мехмед?
Мехримах Султан, брат с сестрой. Бенвенуто. Благодарю. Какие славные. Иди сюда. Откуда она здесь, я слышал? Сбежала она? Что такое? Какой-то ты сегодня бледный. Честное слово, удивляюсь я тебе. Ты будто дьявол всюду пролезаешь. Как нашел ее? Если с умом возьмешься за поиск, многое найдешь. Ладно, нашел. А почему ты ее сюда привез? Почему не в охотничий домик? Ну вот, Мустафа. Буду теперь жить здесь. Хорошо. Вы поучите меня испанскому языку? У тебя красивые волосы. И у тебя тоже красивые, детка. Мы, шехзаде, нам пора. Ну-ка, 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 пошли, пошли, пошли. Госпожа, мне сказали, что вы звали. О принцессе будете спрашивать? Так ведь я не знала сама. Сейчас только ее встретила. Уже не важно. Подумай-ка ты лучше, что нам теперь делать. Вы о чем это? Мне от нее поскорее избавиться нужно. И ты мне в этом поможешь. Да, госпожа, но чем? Быстро ты забыла. Да если б не я, быть тебе в старом дворце. Так ты мне за доброту платишь. Госпожа, я вам благодарна. Только сейчас следят за мной постоянно. И вздохнуть не могу. Тебе придется постараться. Все, иди, поищи выход, подумай. Госпожа, ты свободна. Я не могу пойти к Сулейману. Принцесса, собирайтесь. Я вас в баню отведу. Да нет, не пойду я никуда. Таков порядок. Я должна вас подготовить перед вечерним визитом. Что еще за визит? Я никуда не собиралась. Разве? А как насчет покоев повелителя? Вы туда и отправитесь. Я подготовлю вас для встречи с ним. Приход принцессы очень кстати, Валиде. Хюрем не хватало подруги. Держись от них подальше, Махидевран. Пускай между собой ругаются. Того и гляди, их ссоры откроют для тебя покои повелителя. Валиде... Ведь для меня нет счастья больше. Валиде, вот мы и перед вами. Проходи, Хюрем. Мехмед, Мехримах. Ну-ка, скорее, 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 скорее. Что
Что тебе здесь нужно? Помыться хочу, госпожа ушла куда-то. Позже приходи. Она к повелителю? Ты кто такая, чтобы всюду свой нос совать? Уходи отсюда. Это служанка Хюрем Султан? Не беспокойтесь. Значит, повелитель ее в гарем взял? Зачем это ему? Я думала, это все политика. В общем, так и есть. На самом деле, это политическая игра. Повелитель хочет, чтобы принцесса была сейчас в безопасности. В Венгрии неспокойно. Принцесса — наш козырь. Понятно. Но для Хюрем это не имеет значения. Я ее хорошо узнала. Вот увидите, беда в гареме случится. Она навредит лишь себе. Мой старший брат Мустафа не пришел? У него урок. Ты уже за детьми пришла? Пусть еще здесь посидят. Как вам будет угодно. Госпожа, говори. Принцесса пойдет сегодня к повелителю. Так вот, почему меня позвали. Что с тобой, Хюрем? Я к себе вернуться хочу. Ну-ка, сядь на место. Разве тебя отпускали? После пойдешь. Нигер Калфа, мне обещали мою лошадь. Когда ее приведут? Приведут, как только будет возможность. Вы до сих пор не закончили? Пошевеливайтесь. Почти, ага. Подожди немножко. Нигер Калфа, а? Ну-ка, ну-ка. Знаю, я тебе ничуть не доверяю. Я за тобой слежу, если ошибешься. Хюрем Султан и та тебе не поможет. А где принцесса? Я ведь могу с ней по-итальянски поговорить. Еще наговоришься, мой дорогой. Принцесса, это как мама. Ты тоже принцесса? Что ты, Мехримах? Я родила Шахзаде, дочь султана, но меня не ценят. Я просто рабыня. Так, Валиде. Уведите-ка детей, им уже спать пора. Эсма. Следи за языком, когда дети рядом. Не забывай, что ты тут не одна. Хочешь, чтобы твои дети росли, слушая такие разговоры? Вы же меня сюда позвали, чтобы принцесса Изабелла к повелителю пойти могла. Боитесь, что я узнаю об этом и их свиданию помешаю?
Ну-ка, прекрати. Смотри, как бы тебе не пришлось потом расплачиваться за такое неуважение. Можете кого угодно на меня натравить, Валиде. Поступайте, как знаете. Меня вам не одолеть. Я смогу всех вас сломить, запомните. Как тех, что были до меня, как тех, что пришли после, так и ее смогу победить. Путь золотом усланный. Он ведет в покое повелителя. Если по этому пути пройдешь, значит, сам повелитель тебя среди всех выбрал. Как зайдете, сразу поклонитесь и поцелуйте пол и платье повелителя. Пока повелитель сам вас не поднимет, на него не смотрите. Госпожа, я отведу вас в ваши покои. Не трогай меня! Вы все отстаньте от меня!
Хюрен моя, веселье, радость, вечный праздник. Мой ясный месяц, мой свет во тьме, мое сияющее солнце, моя горящая свеча, мой померанец милый, нежный и душистый, владычица души моей, ты мой наставник, друг, ты госпожа, властительница, центр мироздания. Я раб твой навеки им останусь. Ожог у вас. Сейчас я мазь принесу. Сулейман, мне хотелось бы всегда жить с тобою здесь. Увы, нельзя. Ведь я не только живу здесь, но и занимаюсь государственными делами. Ты будешь жить у себя, таков порядок. Не волнуйся, скоро ты у нас освоишься. Госпожа. Поздно уже. Ты еще не ложишься? Я скоро приду. Я уже так давно ее не слышала. Почему ты не играешь? Я и сам не знаю. Времени нет. Я скучаю. Ты мне поиграешь? Прошу. Семен-Дюре. Стойте. Нет!
Стой на месте. Совсем скоро я тебя одолею. Как ты? Жив. Приветствую тебя, мой бесстрашный старший брат. Почему ты здесь? Узнал, что ты едешь, решил встретить. В письме сказано, что тебе дали какое-то важное задание. Да, я расскажу. Меч не забудь. Сеньор Альвиза Гритти. Проси. Повелитель. Паша Хазрат Лири. Ну вот и вы, сеньор Гритти. Отец мой, он перенес тяжкий недуг. Я не мог его оставить. Я сожалею. Какие новости вы привезли? Эрцгерцог Фердинанд решил взяться за Венгрию. Его влияние ограничено, поэтому он через Карла вмешивается в дела страны. Его цель – Заполье ей с престола свергнуть. Он хочет заручиться поддержкой Ватикана. А Ватикан поддержит правителя католика, так ведь? Что скажете? Повелитель, в Будде должен сидеть сильный, достойный король, власть которого никто и никогда не станет оспаривать. Янош Заполье, значит, вам не подходит? Боюсь, он не обладает такой силой. Я сам его назначил. Для того, чтобы он смог выдержать такой тяжкий груз, приняты все необходимые меры. Как там отец? Все здоровы? Да, да. Только по тебе скучают. И особенно Салиха. Она все письма тебе писала. Так ждала тебя, что самых лучших женихов отвергла. А хочешь, сейчас к ней зайдем? Это по дороге. Попозже. Ладно, отец заждался. Пойдем-ка. Значит, Балибею вы доверили эту миссию, государь? На него вполне можно положиться. Уверяю вас, он с честью выполнит полученное задание. Я вижу, у вас закрались сомнения, сеньор Гритти. Это очень важный вопрос, Паша. Поймите меня правильно. Ну что ж, все, что вы рассказали, изложите на бумаге. Конечно. Повелитель, если позволите. Можете идти. Паша, я чувствую, что скоро нас ожидает встреча с Карлом. Полностью согласен, государь. Только вот с принцессой как поступим? В каком смысле? Вы же хотели использовать ее в торге против Карла. Ибрагим, принцесса теперь в моем гареме. И об этом торге ты можешь забыть совсем.
Госпожа. Принцесса Изабелла. Ну же, хватит мямлить. Простите. Ну и что там с ней? Я жду. Утром ее лошадь привели. Кармина говорила. Принцесса в парке на прогулке будет. Она будет там одна? Да нет. Она вместе с повелителем там будет. Гюлягу разыщи мне. Быстро! Сначала к повелителю зайдем. Он вас просил к себе. Я так долго была под замком. Прогуляюсь хоть. А во дворце ведь и церковь есть, так? Да, само собой. Святой Ирины. Вот бы поскорее ее увидеть. Вы отведете меня? Если повелитель не будет против, конечно, отведу. Только вы не думайте. Это уже не совсем церковь. В ней никто не молится. Ее как склад боеприпасов используют. Кто же у нас эта красавица? Как дела? Мне нельзя разговаривать с тобой. Нельзя? Нельзя, нельзя, ни за что нельзя. Да поможет тебе Аллах. Спасибо, Нилюфер Хатун, добро пожаловать. Откуда лошадка? Из охотничьего домика, лошадь принцессы. Красивая. Что за порода? Это арабская лошадь. Зачем ты пришла? Или Хюрем Султан приказал ее лошадь подготовить? Нет, Гюляга меня прислал. Велел узнать, готов ли конь повелителя. Его готовят. Гюляга просил тебя лично им заняться. Ясно. Хюрем меня беспокоит. Как бы скандал не устроила. И не говори. Знаешь, Хюрем ведь без скандала и не вздохнет. Что-то ее не видно. Заперлась у себя в комнате. Молчание тоже не к добру. Что-то она там замышляет. Скоро узнаем. Нельзя ей позволить скандал устроить. Надо бы как-то ей помешать. Не беспокойтесь, Валиде. Предоставьте это мне. Я как раз собиралась к ней пойти детей проведать. Я так счастлива. Я давно вас не видела. Ну как? Вы привыкли к жизни в гареме? Столько всего нового. Для меня тут все ново, но я быстро всему научусь, поверьте. Что ж, я рад. Хочу, чтобы вам здесь было как можно спокойнее. Охрана, ждите здесь. Госпожа. Ну что там? Он сделал, как я приказала? Гюляга был очень занят. Меня отправил. Не волнуйтесь, я все сделала. Но я не знаю, погибнет ли она. Иншалла, все получится. Госпожа. Хюрем? Что-то ты совсем затворницей стала. Так мне легче. То, что я вижу, хуже смерти для меня. Изабелла в этом виновата. Ха-ха-ха!
Сюда! Ее сбросила лошадь лекаря! Я хорошо знаю тебя, Хюрем. Ты эти мысли оставь лучше. Что толку? Иначе будет только хуже. Я говорила с Ибрагимом Пашой. Он сказал, это все политика. Напрасно ты горюешь. Политика? Эта женщина в гареме. Она здесь. Любимица султана. В комнатах фавориток изволила поселиться. Что с того? Повелитель уже принял решение. И ты, Хюрем, его волю уважать обязана, ясно? Иначе сама знаешь, что тебя ждет. Ты что, забыла судьбу Махидевран? Благодарю вас за всю вашу заботу, но вы не волнуйтесь. Как мне быть, я разберусь. Иншалла. Надеюсь, это так. Ты, как видно, здесь всех умнее. Поучать меня решила. Твой Ибрагим тобой как куклы вертит. Кукла! Ага, что случилось? Принцесса упала с лошади. Быстрее зовите лекаря. Хюрем Султан, ты ее сглазила. Молчите, бесстыдницы! Фидан Хатун, быстрее беги за лекарем! Это мне тетя подарила. Красота. Госпожа, добрые вести. Эсма, Михримах, надо отдохнуть. Она мертва? Еще нет. Но серьезно пострадала. Она с лошади упала, так расшиблась. Сюмбеляга на руках ее нес. Пускай сдохнет. Принцесса, ну как же это с вами произошло? Не знаю, что случилось. Поясница так болит. Вах-вах. Наверное, очень больно. Ахи-да-охи, уж лучше бы помогла. Ее же лекарша осматривает. Нигер Калфа, Ибрагим Паша вас зовет. Меня к себе? Что уставилась? Иди быстрее. Паша Хазарат Лири. Принцессу охранять разве не твоя обязанность? В чем же тут моя вина, Паша? Лошадь понесла. Это не случайность. Принцесса ловкая наездница. Может быть, ей кто-то ловушку подстроил, Нигер Калфа? Хюрем Султан, вы ведь о ней? Но я ничего не знаю. Готовь она что, я знала бы. Т-
Тебя, кстати, кто спас, а? Хюрем Султан. Где бы ты сейчас была? Как ты ее за это благодарить будешь? Она просила помочь ей с принцессой расправиться. Но я не соглашусь, Паша. Моя верность повелителю и вам всем известна. Ты согласишься, Нигер Калфа. Ты должна помочь ей. Паша. Принцесса нечаянно отравится и умрет. Кого будут подозревать? Кто заклятый враг принцессы? Хюрем Султан. Ее не проведешь. Нельзя, Паша. Она ведь знает, что все подумают на нее. Хюрем Султан очень хитрая и осторожная. Неужели? Выход можно найти всегда, Нигер Калфа. Как говорят люди, утро вечера мудренее. Ах, бедная принцесса Изабелла. Вай-вай. Упал? Вот несчастье. Убирайся. Кармина! Подожди еще. Умирать будешь в страшных муках. Долго. Будешь еще молить о смерти. Госпожа? Решила проведать. Побережнее с ней. Уделяйте ей больше внимания. Принцесса, Валиде Султан соболезнования вам передает. При себе это всегда держите. В другой раз это обережет вас от сглаза. Госпожа, я как раз вас искала. Что случилось? С принцессой несчастье. Знаю я. Бедняжка. Даже встать не в силах. Ибрагим Паша явно в чем-то вас подозревает. Он уже всех допросил. Меня тоже. Вам осторожнее надо быть. Пусть подозревает. Что он может доказать? Так больше нельзя, госпожа. Хотите с нею расправиться? Я знаю как. Так ты мне готова помочь? Идем-ка со мной. Нилюфер, уведи-ка детей. А теперь рассказывай, как от этой женщины избавиться? Способ лишь один – убить ее. Ну да, сама знаю. Только не сейчас. В гареме она на виду. Меня заподозрит. Смерть не только от яда бывает. Пусть она от чумы умрет. От чумы? Угу. Как? Надо раздобыть платок больного чумой, к ране ее приложить. Принцессу никто спасти не сумеет.
Недели не пройдет, как она погибнет. Хорошо. Но нет. Вдруг Сулейман тоже чумой заразится. Знаешь же, они вместе время проводят. Не волнуйтесь. Мы сразу позовем врача. Как только он болезнь распознает, ее в комнату для больных переселят. А ты молодец. И никто меня не заподозрит. Ведь в стране чума свирепствует. Такова ее судьба. Вах-вах. Отлично, Нигер. Одна участь нас с тобой постигла, Гюльфем. Да, вот и я сына потеряла, как ты. Слишком много счастья было у меня. Не говорите так, госпожа. Вы еще молоды. И Ибрагим Паша так сильно вас любит. Я знаю, что вам поможет. Вам снова надо родить. Как только возьмете ребеночка на руки, так боль в вас и утихнет. Лишь бы это получилось. Я бы так хотела. Что, если снова его позвать? Расспросить обо всем. Кого? Астролога Якуба Эфенди. Госпожа! Мне надо, чтобы кто-то сказал, что все будет хорошо. Мне нужно это услышать. Хорошо. Все наладится, госпожа. И Якуб Эфенди вам для этого вовсе не нужен. Паша Хазрет Лири. Встречалась с Хюрем Султан? Только что, Паша. Она поверила. Сделает все, как я сказала. Хорошо. Завтра утром я тебе яд передам. Спрячу его хорошенько. Потом уж за тобой дело. Ошибешься, тебе конец. Так и знай, Нигер Калфа. Ясно тебе? Можете мне довериться, Паша. В этот раз я не подведу. Конечно. Я знаю. Могло быть и хуже. Это вас Бог уберег. Султан Сулейман Хан Хазрет Лири. Лежите. Не вставайте. Лекарь мне сказал, что опасности нет. Уже совсем скоро, иншалла, вы будете здоровы. Как это называют? За глаз за глаз? С глаз, ясно. Валиде Султан дала мне это. Чтоб охранял меня от несчастий. Беды случаются со всеми. Но ты должна быть осторожней.
Хюрем Султан ненавидит меня. Она приходила, угрожала мне. Сказала, умру я. Дети не разговаривают со мной. Она запретила. Как будто я всем враг. Ты больше не думай об этом. Главное, чтобы ты выздоровела. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Повелитель. Здоровы ли мои дети? Здоровы. Что с тобой творится, Хюрем? Моя женщина не должна так себя вести. Больше не будет никаких скандалов из-за Изабеллы. Зачем ты к ней приходила? Да еще и детям запретила с ней разговаривать. Ты сделала из нее врага. Не хочу, чтобы она была рядом со мной и моими детьми. Она похитила у их матери счастье. Вспомни. И ты, Махидевран, счастья лишила. Будь мудрее, не ревнуй. Больше я не стану просить. Ложитесь спать. Ну-ка, закройте шторы. Сынок, не спи. Открой глаза. Нигер Калфу, все слышали? Исполнять? Живей! Ух, и отважная ты. И ловкая, будто газель. Что это ты, Гюляга? Хюрем Султан рассказала мне все. Опасное дело ты затеяла. Оставь мне. Я сам все сделаю. Нельзя. Мы и так все под подозрением. Если схватят нас, Хюрем Султан не сдобровать. Я знаю, что говорю. Ты держись подальше. Я сама. Продолжайте, госпожа. На тон повыше. Вот так. Чудесно. Больше чувства. Вот так. Чудесно. И
если я не рожу снова, не рожу тебе сына, ты не разлюбишь меня? К чему такие вопросы? Ответь мне, прошу, ну же. Госпожа, моя любовь безгранична. И нам довольно друг друга. Семендире. Настоящая любовь, Малкачаглу. Я до самого конца не верил, что ее потеряю. Только кто в силах судьбу обмануть? Если б человек только знал, до чего же он жалок и ничтожен перед роком. Любовь моей жизни. Любовь всей моей жизни ускользнула у меня из рук, будто ангел на небеса. На утро после свадьбы похороны. Что за судьба? Можно ли с таким смириться? Не мучай себя. Сочувствуй, брат мой. Пусть Аллах ее примет. Аминь. Надо возвращаться, мне пора в дорогу. Ты позвал ее? Она так ждала. Пусть хоть перед отъездом взглянет. Скучали. А ты нас не вспоминал? Доброго утра, Паша. И тебе того же, Матрактей. Ну-ка, идем. Бали Бэй не шлет вестей? Пока нет. Ах, не хватает мне его. Я уж привык искать с ним приключения на свою голову. Вот оно что. Он для меня больше, чем просто гость нашего повелителя. Настоящий друг. Его нет, и я тоскую. Я тебе советую поскорее с этим свыкнуться, Матракчи. Как только он свой долг исполнит, так сразу на родину возвратится. Ты снова здесь, рядом со мной. Ну что ты? Хочешь мне о чем-то сказать? Я по делу приехал. Ненадолго. Сейчас буду, отправляюсь потом в столицу империи. Как же? Ты будешь теперь жить там? Так и меня забери с собой. Да нет, я вернусь. Но ты меня не жди, Салиха. Не нужен я тебе. Как ты только можешь. Ты так далеко от меня. Послушай-ка, я знаю тебя с самого детства. Я ничего не обещал и ждать меня не просил. Ты должна теперь жить своей жизнью, не надо обо мне думать. Я даже не знаю, что со мной будет дальше. Устраивай свою жизнь и будь счастлива. Но меня ты должна забыть.
Госпожа, я отвела детей к учителю. Хорошо. Теперь иди достань платок у чумной больной. Госпожа, я иду. Только береги себя. Не прикасайся там ни к чему. Справишься ведь, я знаю. Будь осторожна. Не волнуйтесь, госпожа. Иди. Удачи тебе. А что это вы, Паша, решили вдруг побиться на матраках? Паша Хазрет Лири, шербет, как вы и просили. Аккуратней, яд очень сильный. Этой ночью все кончится. Ну, держись теперь, матракчи! Снесу тебе голову с плеч. Можно лекарство? Сейчас я вам принесу. Мне очень жаль, принцесса. Мустафа, госпожа, приветствую вас. Мустафа расстроился, узнав о случившемся. Сразу к вам решил зайти. Мустафа так любезен. Мне уже лучше. Поправляйтесь, а мне пора в школу. Как это могло произойти? Я с 5 лет верхом езжу. Впервые упала. Даже странно. Вы уверены, что это случайность? Принцесса, будьте осторожны. Знайте, что Хюррем Султан опасна. Это Хюррем? Кто она? Все о ней только и говорят. Все ее боятся. Она и вам вред причинила. Я так и думала. Бой! Хайда! 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 Скоро ли опять поход, Паша? Скоро. Скоро мы снова отправимся в дальний край. Приятная весть, Паша.
Хайда! 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 В Сулейман-Наме хочу новые победы записать, Паша. Ты о чем? В Сулейман-Наме, Паша. Я о султане Сулейман-Хане Хазрет-Лири, о его славных победах, о мудрых решениях книгу хочу составить, Паша. Над рисунками работа. Повелитель навсегда в памяти останется. Все о нем говорить станут. Хорошо. Ты обо мне тоже напишешь, Матракчи? Про меня тоже напишешь, Матракчи? Напишу, Паша. Только про меня будешь писать отдельно. И только про меня, Матракчи. Книгу Ибрагим Наме. Понял? Ибрагим. Повелитель. Мы тут с Матракчи тренировались. А со мной хочешь? Фидан Хатун. Слушай. Я принес то, что ты просила у меня. Прости, немного задержаться пришлось. Вот, погляди, по душе тебе это. А, Айдага, спасли вы меня. То-то. Ну что ты стоишь? Иди-ка работай. Нилюфер Хатун. Что с тобой? Наверное, простыла, Ага. Трясет что-то. Ива, ты что же, это заболела? Нет-нет, просто замерзла. Оденусь потеплее, все пройдет. Ну, иди. Да, пойду. Ай, машалла. Так скачет, будто горная газель. Прекратим бой, Ибрагим. Нет, повелитель, сейчас. Сейчас. Тренируйся, Ибрагим. Слишком легко я тебя одолел. Лучше б я пошла, госпожа. Нилюфер просить не стоило.
Не волнуйся, Нилюфер знает, что делать. Так ведь она же за детьми смотрит. Болезнь очень заразная. Я все продумала. Поверь мне. А? Ну как? Готово, госпожа, получилось. Сменить бы одежду надо. Все сменила и сходила в баню. О, да. Платок ты куда дела? Припрятала в бельевой. Ладно. Все остальное сделаю сама. Буду у Валиде весь вечер в покоях сидеть. Буду все время у нее на виду, чтоб не заподозрили. Сюмбюлягу тоже отвлечь надо. Гюляга сделает. Пусть будет. Наша война священной. Самендире. Давай-ка поедим, плохо голодным спать. Что ж, давай поедим, брат. Прости, задумался. Что-то меня твой настрой беспокоит. Видно, не на шутку ты влюблен. Аллах да избавит тебя от этих мучений, брат мой. Пойми, я хочу помнить. Я очень любил ту девушку. Она будто ангел. Иншаллах, теперь она в раю. Аминь. Я ведь не обидел Салиху, правда? Уж не знаю, обидел или нет, но назад ушла она, рыдая в три ручья. Что ж, значит, мне нужно было ей врать? У нее ведь чистое сердце. Да только вот не люблю я ее. Не знаю, полюблю ли еще когда-нибудь. Может и нет. Но ты же не мертвый еще. Совсем дурной. Ты ешь, а то все остынет. Не мертвый я. У меня еще полным-полно дел в этой жизни осталось. Переживу уж как-нибудь. Ты ешь. Сюмбюля отвлечешь, Фидан Хатун. И смотри, чтобы все гладко прошло. Не волнуйтесь, ага. Угу. Ну как, ты все сделал? Все сделал. Можно за дело браться. Стой, ты куда? Я тебе одну не оставлю. Начали вместе, вместе закончим. Следи, чтобы все тихо было. Я все сделаю. Нигер. Гюляга. Поверь мне, много шума будет. Лучше одна пойду. Я понял. Thank you.
делает? Кто там пришел? Это я. Что тебе, Фидан Хатун? Ага. Я хотела вас отблагодарить, как подобает. Думала, как бы вас порадовать. И вот решила массаж вам сделать. Ага. Мы знаем, Сюмбюляга так устает. Ведь за всеми делами в гареме вы один следите. Это же не подъемный груз. Аллах вас сохрани. Так и есть. Верно, сохрани, Аллах. Шакир Ага, принцесса попросила принести поднос. Ты уже все подготовил? Ну а как же? Вот ведь стоит поднос. Не видишь, что ли, Нигер Калфа? Скажи, разве хоть раз подводил я тебя? Все, что хочешь, бери, все, что хочешь, бери. Видишь? Спасибо. Она с ума сошла. Ты что, больно же? Довольно, перестань. Мне еще нужно принцессу проведать. Вы куда немножко еще? Вот ложитесь-ка на живот. Ладно, только не дави на бок, больно мне. Ложитесь, ложитесь. Ты настоящая мастерица, Фидан Хатун. Меня даже в сон потянуло. Принцессе должно понравиться. Спасибо, Нигер Калфа. Как ее здоровье? Боль еще есть. Много спит. Но ей уже лучше. Я суп приказала сварить. Это суп с мясом ягненка. Он боли снимает. И полезен для костей. Сил придаст. Так что пусть поест обязательно. Нигер, спасибо большое. Ты очень добра. Сюрем говорила. Только вряд ли от этого будет толк. Госпожа, держитесь от нее подальше. Не хочу, чтобы вы переживали. Хюрем Султан сдерживать не ваша работа. Бросьте. Все равно не послушает. Она себе на уме, вам ли не знать. Ты прав. Зачем мне это? Еще за Хюрем не хватало мне беспокоиться.
Никогда не забуду, как она с помощью Изабеллы нас с тобой рассорить пыталась. Это из-за нее я тебя обвиняла. Как тогда я могла сомневаться в твоей верности? Мне стыдно вспоминать это. Не думай о дурном. Не печалься. Пускай сгинет Хюрем Султан в том огне, что сама развела. Госпожа. Говори, все прошло удачно? Мой кошмар в прошлом? Если бы так, госпожа, все не так пошло. Предал нас тот, кому мы доверяли. Что ты несешь? Нигер Калфа отказалась от моей помощи, и я засомневался. Что дурного, если я с ней пойду? Она в бельевой тот платок отыскала, взяла да сожгла его, а потом принцессе что-то подлила в еду. Яд, я думаю. Это как же? Госпожа? Как ты посмела? Кто велел тебе отравить ее? Ты снова предаешь? Госпожа, я подумала, вдруг она не заразится. Лучше действовать наверняка, чтобы без ошибки. С кем ты в игры играешь? В ловушку меня заманить решила. С Ибрагимом спелась? Госпожа, что вы, ни с кем я не спелась. Ведь я только ради вас старалась. Ах ты, лгунья. Меня обвинят, и тебе не жить. Теперь иди спасать нас обеих. Все за собой уберешь. Чтоб ни следа не нашли. Попадешься, я отрекусь. Гюляга свидетель. Скажу, ты ее отравила. Что со мной такое? Афидан Хатун, попадись мне! И встать-то не могу. Все мышцы так и ломит. Что же ты сидишь? Ты госпожу слышала, а? Не подходи ко мне, Гюляга. Спасай лучше себя. Со мной все кончено. Хоть ты жить будешь. Я-то считал тебя умной женщиной. Или ты понять не можешь? Казнят, вот тогда и поймешь. Один великий паша
Паша! Другая мать наследников, султанша! Шевели мозгами. Им ничего не будет. А вот мы пропадем. Паша меня не бросит. Да, как бы не так. Он чуть замуж тебя не выдал. А ведь госпожа спасла тебя, ты не помнишь? Что там у вас с Пашой вышло, я не знаю. Можешь не говорить. Мне это все равно. Только плохое что-то я чувствую сам. И мы не знаем, может, Паша хотел и от тебя избавиться. А? Гюляга вас ищет повсюду. Не так что-то? Нигер меня обманула. Отравила она ее. Обеих их. Иди посмотри, пока все спят. Надо как-то от тела избавиться. Пока никто ничего не заподозрил. Если спрятать не успеем, пропадем. Убить пришла. Успокойтесь. Я помочь вам пришла. Успокойтесь. Бисмилля. Гюляга. Тащи-ка ее в бельевую, быстрее! Тихо, тихо, тихо! Thank you.
Ага. Сюмбюляга, вы куда, наверх? Принцесса проведаю. А ты почему среди ночи бродишь? Что-то проголодалась вдруг. Пошла на кухню, там заперто. Шакирага, видно, спит. Ай, бедняжка, хочет кушать. А. Ой, ага, так плохо мне. Накормите меня, а то от голода ноги не держат совсем. Я найду, чем тебя покормить. Только проведаю принцессу и к тебе вернусь. Ага, можно прямо сейчас? Я еле ускользнула. Хюрем Султан проснется, не приведи Аллах. Ну, пошли. У меня как раз ключ от кухни кое-где припрятан. Все следы уничтожила. Я пойду еще раз проверю. На всякий случай. Да, хорошо, ступай. Нигер Калфа. Ты сделала правильно. И я всегда буду рядом. Ох, не знаю, правильно ли это. Аллах да сохранит нас. Сохранит. Что ж ты среди ночи проголодалась? Так заработалась, что ужин пропустила. Ты смотри, не броди так просто по ночам. Зараза кругом ходит, будь начеку. Аллах вознаградит вас. Я так благодарна. Вот тебе на здоровье. Сюмбюляга! Аллах! Дай я, Хатон, в чем дело? Вы почему не спите? Шахзаде Селим проснулся. Захотел молока попить. Спасибо, Сюмбюляга мне помог. Ну вот. Вот горячее молоко, сейчас налью. Что же раньше не позаботились? Я совсем позабыла. Может, метку добавить? Все, ступай отсюда. Шахзаде ждать не пристало. Дай ей, Хатун, лукум съешь. Совсем свежий. Да. Сюмбюляга, ты эти фокусы кончай. В опасных водах плаваешь. Учти это. Да я... Ступай! Иди к себе. Нечего тут посреди ночи разгуливать. Жуй.
Что там у вас? Куда вы тела спрятали? Госпожа, мы их обеих в бельевую перетащили. Ты что? Нет, туда нельзя! Их же там найдут. Надо их вынести и бросить в море. Суньте их в мешок и отправьте на корм рыбам. Не получится, госпожа. И до ворот не дойдем, на страже схватит и обратно приведет. Упаси Аллах, сами знаете, что потом произойдет. И как нам быть? Госпожа, нам надо подождать. Только вам еще кое-что важное нужно знать. Вас что, кто-нибудь видел? Принцесса жива. Режиссеры Дурул Тайлан и Керем Чакыраглу. Продюсер Тимур Савджи.